Ну а сегодня в Рижском русском театре состоится премьера «Дети независимости». Это первый в Латвии документальный спектакль на русском языке. Его основой стали интервью молодых людей, родившихся в начале 90-х. Я точно помню, вот как мама рассказывала, что когда она росла, телевизора не было. В этом спектакле я, как и трое моих друзей, коллег, каждый играем по три роли. Первая – это мы сами, вторая – это наши мамы, и третья – это еще один человек. Спектакль представляет собой некие откровенности, очень личный разговор, словно бы с дорогими людьми. Спектакль по задумке должен был выйти политичным, а получился домашним и ностальгическим. На сцене воспроизведены реальные разговоры на кухне, разговоры о том, что знают дети независимости о 91-м и что помнят их мамы об этом же периоде. Это не вседозволенность, это такое чувство внутри свободы. То есть весь текст, он не придуманный, он весь настоящий, живой, расшифровки с диктофонов. А мы с компьютеров перешли на консервы какие-то, безумные, рыбные, их перепродавали. Наверное, это даже сложнее в какой-то степени, чем, например, сыграть героиню из Достоевского или из Чехова, потому что там у меня ответственность перед автором, который тоже придумал, я могу что-то додумать, я могу как-то по-другому понять, а здесь это живой человек. Это такая ответственность, но это и большая честь. Лидия Манакандилас, Петерис Баркевич, Латвийское телевидение.